Вы смотрите Нижнекамские новости. В студии для вас работаю я, Алсу Юматова. Здравствуйте. В ближайшие несколько минут мы расскажем, как нижнекамцы отметят День химика и как сдают экзамены судоводители. Сегодня Нижнекамск будет праздновать, пожалуй, самый профессиональный праздник нашего города – День химика. Торжественные мероприятия начнутся в Ледовом дворце. В 15:00 откроется выставка республиканских предприятий нефтехимической промышленности. В 4 часа начнется праздничный пролог, награждение лучших работников отрасли и общий концерт творческих коллективов Татарстана. На стадионе «Нефтехимик» в 18 часов состоится финал Кубка «Нижнекамск-Нефтехима» по футболу и гиревому спорту. В это же время в «Дружбе» будут выявлять лучших волейболистов. Ну а завершатся гуляния в парке «Нефтехимиков». В 10 часов вечера прогремит праздничный салют. Нижнекамские судоводители прошли аттестацию. Экзамен проходил в 2 этапа. Сначала курсанты отвечали на теоретические вопросы, после на практике показали навыки вождения гидромотоциклов и катеров. Всего в этом году на получение прав претендовали 29 человек. Были и те, кто пришел на экзамен повторно. Подробный материал смотрите в итоговом выпуске новостей. 1 июня вся страна отметит День защиты детей. Праздничные мероприятия в городе уже начались. Дети 8 и 11 микрорайонов получили подарок. Ко Дню защиты детей пиццерия «Пепперони» и «Стос» организовали праздник. В этом году ребят выбирали на конкурсной основе. Детям нужно было нарисовать рисунок на свободную тему. 15 лучших художников полакомились пиццей, и весь обед детишек развлекали клоуны. В эти выходные православные отметят один из главных христианских праздников – День Святой Троицы. Отмечается он на 50-й день после Пасхи. В эти дни верующие прославляют Святую Троицу, посещают кладбище. В дни Святой Троицы расписание городского транспорта будет изменено. 30 и 31 мая автобусы по маршруту 101 будут отправляться с 7 утра от диспетчерской Ахтуба. Последний рейс городского кладбища в час дня. Стоимость проезда в один конец – 20 рублей. О погоде в Нижнекамске: жарко и солнечно, сейчас за окном 25, днем будет 30 градусов, к вечеру возможен дождь. В следующих выпусках новостей мы расскажем. Мелания Сынова приехала в Нижнекамск и как работник торговой сети предотвратила крупное мошенничество. Оставайтесь с нами, и вы будете в курсе всего, что происходит в городе. Ну и напоминаю, что связаться с нами можно по телефону 077, также пишите на наш сайт ntrtv.ru. Не прощаюсь, хорошего вам дня!